Пришли в универмаг, выбираем Саше подарок на день рождения. Ну, не подарок, а подарки. И что купить, честно? Вот даже не знаю, вот правда. Купили машинку ему, ну, это так просто вчера. Смотрите, вот такой вот настольный хоккей, да, стоит 258 рублей. Это 100 долларов. Представляете, если в переводе. 100 долларов стоит. Не знаю, смотрю такую вот грушу. Такую вот бить. Для мальчика. В грушу куда-нибудь подвесить. 30 рублей она стоит. Не знаю. Никита с нами. Никита пошел. Саша с Костей остался. Никита же стипендию получает. Я говорю, купи брату какой-нибудь подарок. Хоть что-нибудь. Какую-нибудь мелочь. Ну, чисто от себя. То есть приучать надо, что называется. К таким вещам. Может, вот это? Водный пистолет какой-то. Вся квартира потом будет. Ну да. Ну не, ну на улицу, если брать с собой. Сам он не такой, он будет брызгать. Дом здоровый. Ну куда ты такой огромный берешь? Я смотрю. А нет, там одно отверстие. И сколько такое стоит? 200. Ну нет, 44. Он лопнет его через пару минут, мне кажется. Ну и что, это прыгать на нем? Да. Сколько? 15 рублей? Так, позволяет он сейчас. Так что, так вот прям его нести надо? Вот именно, сразу домой тогда идти. Ну, или он сдувается дома, надувать надо. Качели. 37 рублей стоит. А куда вы их повесите? Ну, я не знаю, куда-нибудь можно повесить, в принципе. Только будет ли он на них кататься, вопрос. Потому что во всех дворах он не катается на качелях. У меня, помню, были качели в детстве. Не были у меня. Ну, не было. У тебя не было, у меня было. Вот такие вот мячики. Сколько они стоят, эти мячики? 16.40. 16.40 они стоят. Только зачем вот так много? Ну, мягкие. Ну. Может, один побольше купить? Ну, куда мяч? Мяч в квартире. Это же квартира будет. Ну, квартира, да. Но он так хочет мяч. Ну, говорю, Саша мяч, это вообще... Я не знаю, может быть, такой планшет... Как вариант еще купить, ручка рисовать 10 рублей стоит, это поменьше 8, я не знаю, вот правда. Настолько трудно что-то купить, честно говоря. Мягких игрушек у нас очень много. Еще от Никиты остались, Никите там дарили все, поэтому нам они не нужны. Так, ладно, пойдем посмотрим, что тут есть еще. Всякие игры. Ну, не знаю, на 4 года, наверное, рановато ему еще. Пойдем туда, где машинки. Да, пойдем в машинки. Все-таки машинки ему нравятся. Ну, ему интересно разные машинки. Пазлами он не интересуется. Категорически приятно. Да, ему это не интересно, поэтому надо что-нибудь другое посмотреть. Это уже такие пазлы. Интересно, 3D. 3D пазлы вообще класс. Ладно, пойдем дальше. Может, такого какого-нибудь зверька? Да, он же любит зверек. Сколько стоит зверек? 37 рублей. Дороговатый. Ого, какой огромный медведь. Пылесборник. Это чересчур. Это вообще зачем? Ну. Это какие-то уродцы. Это Никита разбил такие хорошенькие игрушки. Посмотри, какой брелок всего лишь. 16 рублей стоит. Ой, ну, цены, вообще... да, цены, конечно, высокие. Они какие-то просто дурацкие. Ну, тут, тут и нет никого, как бы. Вообще, игрушки настолько дорогие, это... О, кубики. Ну, тоже 10 рублей кубики. Ну, он складывает иногда. Ну, редко, да. Угу. Пока что вот Саша играет только с машинками. Видишь? Что это за ерунда? Счетный набор. Что, просто перекладываете считать? Да, такие мягкие яблочки. Ну, не знаю. Это так, да, куча. Такой себе. Он тоже что-то мама с мальчиком ругается. Опа. Сколько? Прикольная штука. 40 рублей. Ничего себе, стоит он прикольно. Ну да. Он такой прикольный, но стоит что-то такое вообще. Тоже прикольно стоит. За 3 рубля змейки. Ну, бегемотик 13 тоже.
Вот паук интересный. Змейка. 3 рубля. Дурацкая совершенно. Согласен полностью. Вообще непонятно, что это такое. Вот паучок мне понравился. Но не по такой цене. А этот что, пищит, наверное? Прикольно, смотри, моль. Ну да, моль это вообще. 25 рублей моль. Нет, спасибо. Спасибо, но нет. Традиционные зверюшки. Мишки и собачки, кстати. Вот что значит традиционно? Ну, не моль, не паук, а как раньше плане. Были. А что, раньше моли продавались в твоем детстве? Ну, вроде бы нет. Что это? Это не, нечто. Откуда ты выглядишь? А что это кот дешевый? 21 рубль всего ну, лишь. Что это странно? При чем тут это? Ну, дешевый, конечно. Смотри. 31. Не, ну вот эти вот, в принципе, недорогие. Вот этот кот девушки. Прикольный, а что такой дешевый? Так это лютый китай. 21. Это потому что не фэнси. Это потому что это лютый китай. Почему Китай? Беларусь? Ушка мягкая, да, Беларусь. О, так вообще это класс. Сделано в Китае. Если Беларусь, так можно и купить до кучи. У нас сидит игрушек целый ряд. Ну, много сидит, да. Никита, тебе они купить? Они его испоганили. Никита, тебе купить чебурашку? Зачем мне? Почему? Он тебе к лицу. На тебя похож. Китайский чебурашка? Это китайский? Блин, судя по лицу, да. Судя по лицу, он похож на китайца. Он желтый какой-то. Никита, так чебурашкой должен быть желтым. Каким должен быть? Зеленым, что ли? Что, тебе крокодил? Никита вообще приколист. Как что-нибудь скажет? Ой, мама, блин. Китайский чебурашка. А что, блин, ты видел? О, давайте его купим удочками. На магнитике же она. Ну, так где он будет ловить рыбу? К ванной? Тогда надо набирать ему ванну. Нет, это любую коробку, это магнит. И зачем вода? Нет, да как это? Без воды неинтересно. Без воды неинтересно. У меня такие были в детстве, я ловила рыбу к воде. В биде налить? Ну, биде, ну биде нет. Ну, может, на, не знаю, куда-нибудь стоит. В таз какой-нибудь налить. Ну, короче, весело. А есть тазы у нас, кстати. Это кто такой? А ты из фильма. Из фильма? Да. Ну, тебе виднее. 22 рубля стоит. Ладно. Из фильма нам не надо. Нам бы барбосиков каких-нибудь. Таких нету. Будем искать. Ну, кубики такие у него есть. Ладно, пойдем дальше смотреть. И что с ним делать, с этим динозавром? Может, он заводится и прыгает? Яйца какие-то нарисованы. Может, на яйца его садишь, да он углубляется кто-то. Сколько он стоит? Может, он прыгает? 51. 51 рубль. Угу. Просто непонятно, что он делает, этот динозавр. Он тяжеленький? А может, ему таких тоже купить каких-нибудь? Тут много всяких разных коробочки. Разностей. Он будет рассматривать их, он любит складывать такое что-нибудь. Выберем. Тут есть рыбки. Ну, вот, такие вот. У Саши вот трактор такой. Один в один. Сколько он стоит? 93 рубля. А мы покупали его, помню, по акции. Когда-то было дешевле. Да ладно. Ну, в два раза дешевле. Покупали, была какая-то акция. На игрушки вообще. В общем, взяли мы пока вот такие вот насекомых ему. Ну, потому что он стал интересоваться паучками, муравьями. Поэтому пока взяли такую коробочку. Сколько она у нас? 11.86. Ну, сейчас, баночка, конечно, машинка. Еще что-нибудь. Машинка, баночка, видишь? Еще что-нибудь посмотрим. 11 рублей тоже стоит. Зашли в Бэкхаус кафе. Ну, а выбрать тоже какой-нибудь купить, Саша. Вот такие классные тортики вообще, такие красивые. Смотрите, какие. Так, что-нибудь надо выбрать и купить. Аж глаза разбегаются. Что купить? Ладно, сейчас что-нибудь выберем. Ну вот что мы выходили. Купили самые разные такие продукты. Ну, пиво купили, потому что будем делать пиццу. И самое главное, вот что мы купили. Саша, отойди, пожалуйста, да, я сниму. Вот такой вот красивый тортик. Купили его в Бэкхаусе.
Торт не могли купить в одном магазине, во втором то не было тетеньки, которая их перевязывает, они не все были перевязаны, то еще что-то. Кстати, здесь более или менее натуральные продукты по сравнению вот с другими, которые мы видели. Ну, в общем, для ребенка нормально. Такой красивый, яркий тортик. Отдали почти 19 рублей. 18,78 он стоит.